Делегация Республики Беларусь во главе с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко накануне отправилась в Иркутскую область. Цель визита – участие в 7-м заседании рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области России с Республикой Беларусь. В составе делегации представители крупных промышленных предприятий Беларуси, таких как МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Амкадор, Белкоммунмаш. Брещину представляют Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Березовский мясоконсервный комбинат, Малорицкий консервно-овощесушильный комбинат и Брест-газоаппарат. Дорога не близкая – 6 тысяч километров, но белорусы успешно преодолели это расстояние. В аэропорту их встретили представители руководства Иркутской области. Во время заседания стороны подпишут план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Беларуси и Иркутской области на 2023-2025 годы. Помимо заседания рабочей группы, в рамках визита состоится биржа деловых контактов, организованная Брестским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Запланирована также встреча губернаторов и посещение крупных промышленных предприятий Иркутской области. Информация подготовлена по материалам Белорусского телеграфного агентства.